Так как Южный Дагестан большой, а времени на выпуск у нас ограничено, нам пришлось поделить его на несколько частей. На две, а может быть даже на три. Так что вот здесь первая часть у нас заканчивается. Но сразу начинается вторая. Полный газ. Да, давайте за час заплачу, мы отснимем и поедем. Это, 200 рублей есть налички, дайте мне кто-нибудь. Так, мы добрались до бани. Небольшой экскурс в историю. Меня Сулейман тут поднатаскал по дороге. Значит, сами бани датируются еще 5 веком. Пока я не забыл, персидский хан Хасор Анушириван, если я не ошибаюсь, если я правильно произнес, в 5 веке еще один из его лекарей обнаружил, что на Кавказе находятся такие источники, и сюда было отправлено, согласно этой же истории, 300 воинов и 60 семей на подготовление этой территории, потому что воды этих источников излечивали болезни. Когда уже здесь находились российские войска, русские войска, и подразделялись они как раз по чинам. Вот. Кто где, собственно, принимает баню. То есть офицеры с офицерами, генералы с генералами и, разумеется, солдатские с солдатами. И также они делились по температуре. Мы для себя выбрали генеральские бани. Чего ж тут скромничать? На самом деле солдатские были заняты. С удовольствием бы сходили в солдатские для сравнения. Но сейчас мы все посмотрим и вам расскажем. Друзья, возвращаюсь с информацией. Честно говоря, смешанные ощущения, не похожи ни на типичную баню, ни на типичную сауну. Даже не знаю, рекомендовать или нет. Наверное, если вы будете в Ахтах, все-таки стоит заехать и попробовать на себе. Не совсем понял формат, но так или иначе залез в эту горячую ванну, сразу скажу вам. А, кстати, хочу показать, что стало с моими кольцами. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Мы же сейчас пойдем чуть-чуть отдохнем и направляемся в Хучни. Самое красивое это вот это. Здесь. Это вид. Итак, мы закончили съемки в ахтынских банях и направились немного отдохнуть. Но уже рано утром мы выехали к селению Хучни, чтобы показать вам все красоты Табасаранского района. Дорога заняла у нас около 3 часов, и вот мы уже на месте. Готовы? Тогда полный газ! Вот мы с вами и добрались до Табасаранской крепости. Крепости 7 братьев и 1 сестры. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, какой здесь великолепный панорамный вид. Казалось бы, что может быть лучше такого прекрасного вида? Только прекрасный вид за кружечкой чая. А пока я наливаю чай, расскажу вам одну местную легенду. По самой распространенной легенде, 7 братьев-богатырей были наняты жителями ближайших сел для защиты их от наступающих персов. Жили они в этой крепости вместе со своей единственной красавицей-сестрой. Во время одной из засад девушку обманом влюбил в себя вражеский полководец и сподвиг ее на предательство. Дальше легенды разнятся. По одной из версий, узнав о предательстве, братья сбросили сестру со скалы. По другой версии, после победы братьев над врагами, сестра сбросилась со скалы, дабы избежать позора. Согласно этой легенде, существует некая традиция. Каждый мужчина, который поднимается на гору, оставляет 7 камней в знак солидарности с братьями. Каждая девушка, которая проходит, убирает 1 камень в знак солидарности с силой любви. К сожалению, эту гору камней мы не нашли, поэтому свои 7 камушков на всякий случай я оставлю под вывеской Хучни. Вашему вниманию секретное место Табасаранского района. Мы приехали сразу на 2 водопада. Хучнинский и Ханакский.
На самом деле, конечно же, это одна локация, просто у нее сразу два названия, поэтому будьте внимательны и не спутайтесь, когда вам будут его презентовать. Большинство водопадов Дагестана сейчас уже замерзли и практически не функционируют до сезона. Сейчас зима, и он показывает себя во всей красе. Из интересных фактов пока могу отметить, разве что здесь снимали «Кавказский пленник». Вот. А так, наслаждайтесь зрелищем. Всего 30 минут дороги от водопада, и мы уже на следующей локации. Она, конечно, не столь популярна, но она уникальна. Наверняка все слышали про египетские пирамиды. Но вот про Табасаранский мост мало кто слышал. Это наше упущение, и сейчас мы его исправим. Его главная уникальность в том, что построен он еще в 19 веке без единого гвоздя. Итак, проверка на прочность. Однако местные жители говорят, что 19 век – это дата фиксации постройки, а само сооружение возведено в 700-800-х годах, что, как по мне, похоже на правду. А местные старожилы отчетливо помнят, как их дедушки вовсю гоняли туда-обратно буровые повозки по этому мосту. На этом наше приключение в Табасаране заканчивается, но мы выдвигаемся на не менее интересную локацию. Вы там уже были, но в то же время вы там еще не были. Заинтересовал? Тогда полный газ. Третья часть.